Наши друзья, да, всем привет. День добрый. День добрый, утро доброе. Сегодня второй день Старкона, настроение у нас немножко исправилось. Паша даже... Лучше настроение. Давайте посмотрим, пока не ломанулись сюда люди. Посмотрим, ну, вообще, что здесь происходит. Посмотрим на классный X-Wing. Он нас впечатлил, мы... Поставим лайки ему. Не знаю, я до сих пор под впечатлением. От X-Wing. Типа, зачем Лего можно такие штуки делать? Вообще, самим быстро и здорово. Давайте посмотрим, вообще, что здесь есть. Пусто, здорово, никого нет. Будут разогреть все еще, по-моему. Здесь драться будут днем. Здесь улыбаются люди из Вахи. Никого пока нету. Не, это Mortal Kombat, почему? По-моему, Ваха. Они в барабаны так стучали, у них еще крысы сидели. Ну, лошары. Это Ваха с крысами, не знаю, да? А мне больше на Ваху похоже. Черепушки какие-то. Девушки такие были две, как здесь? Помните, да, да. Зеленый викинг, такое небольшое ристалище, здесь тоже месиво. Зеленый викинг — это омаж, наверное, нашему фильму. А может быть, нет. Ладно, пойдем. Здесь что-то непонятно. Отвернулся, Андрей отвернулся. Ушел. Звездные врата. Здесь главный вход. А вот, кстати, Марина. Я не знаю. А нам с ней надо пообщаться по поводу следующего АВ-экспо, участвуем мы или нет. Ну, давайте посмотрим звезду данной выставки. Диснеевские фигурки из X-Wing. Нет, не X-Wing. Интересно, вообще будет слышно, нет? Надо орать. Заграждение сходить, BB-8 кусается. Ну, в общем... Кстати, это не настоящая одежда, ты видел, да, что это из гипса? То есть еще и из гипса. Ну, чтобы не потрепались, да, то есть. Все эти капюшоны, они гипсовые. Сюда, в то место, куда не пустили Макса. Стенд, пара цоколь, наверное, что-то на уровне. Здесь еда, мы его видим. Он нас не видит, а мы его видим. Старикушка, девочка. Где? Да. Джессика? Нет. Я не помню, как ее зовут. Здесь косой переулок. Сцент фильма. Окосевший. Плохой Санта. Где? Он земной. Может, просто Санта. X-Files. Кто, X-Files? Да. Кем? X-Files. X-Files. Beetlejuice? Ну, кто будет это? Сейчас один. Блин, можно? Нам в следующий раз надо взять эту. Телек. Приставку. Не наш мультик показывает. Играть в Лего Игры. Вот тупо сесть вот там напротив. Кто-то на гитарках играет, кто-то в приставку долбит. У Костика есть PlayStation 3. И на работе так можно было. Можно. Паш, давай ты будешь человеком-муравьем на время. Паша человек-муравей. Я не помню, что он делал в фильме. Ну, явно не так садился. Так он не сидел. Нет. Богатый стенд Фоллаута. Да, отличный стенд. Давай запечатлим себя рядом с этим стендом. Я отнимаю компьютер, который никогда не загрузит что-то Фоллаут. Компьютер не загрузил? Надо зарабатывать деньги и покупать новый компьютер. Ты знаешь, сейчас я чем предложу зарабатывать деньги? Спайсы. Спайсы? Понятно. Я это немножко не понимаю. Молот Тора вытащишь? Давай.
Я вот это куча голов, скорее всего, пять игр, пять консольки. Ну какой-то стенд. Надо тоже сделать стенд. Сделать вот так вот. Из кубиков Лего такую стену напечатать. Угу. Железо у нас есть. Поставить два телека и консольку. Это все в стиле получается. Ой, не забыли. Ну, наверное. Видишь, так неожиданно появляется. Материализуется. Старый с этот. Старконовский. Он на Старконе был. Такие в кино раздают, когда фильм заканчивается. Ну да. Можно самому слабо. Ну вот они и забрали. И стенд замутили. Интернет, Дом.ру, ну естественно, самое козырное место. Проплачено. Самый интерактивный, наверное, стенд. Да. Где себе впаривают интернет? Поняшки. Вот. Рода. Вместо автобуса теперь трамвай. Твое желание? Почему желание? Есть так и надо. Если да, ну, может быть. Девушка замечательная. Какая? Все. Пятьсот первый. Потому что душные какие-то в этот раз. Ну, они устали. Мне кажется, они тоже, да. Им тоже устали. Да, как-то, ребят. Мне на Старконе эти мандалорцы понравились, они как-то отдельные стенды были сбоку. Ну давай посмотрим. Ты что хочешь посмотреть, Ламборджини? Машина девушка. На Старконе был бы этот бэддербайк. Когда-нибудь мы на такой сюда приедем тоже? Нет, мы должны приехать на... Будем, да, вот так вот разгружаться. И... Нет, мы должны приехать сюда на... На что? Помнишь, как называли пикап в фильме Kill Bill? Можешь не говорить это. Ты вспомнил? Пусть и вагон. Вот мы должны на таком когда-нибудь приехать. Кстати, он мститель, реально. Вот мы должны приехать на таком. Да, аэрографик тебе недорого будет стоить. Такую, на такую скидку сделаю. О чем мы поперлись? Обзор гардероба. Обзор гардероба. Гардероб, которого не хватает, и все ругаются, кстати. Да? Да. Но вещей нет, а люди многие приходят с... Можно предлагать место нашего стенда за это. Кстати, за... Точно! Платный гардеробчик. Да. У нас место есть. Охрана квалифицированная. Квалифицированная охрана, музыка, музыкальные сопровождения. Робобиоников таких, знаешь, дежурящих по кругу. Майнстор надо было притащить. Так, вот Тимофей сидит. Тимофей, передай привет. Здесь все сложно. Засчитаешься. Здесь все сложно. Это люди с инвалидными колясками, которые далеко не инвалиды, а просто здесь рассекают. Да ладно. Ну да. Они садятся и друг друга возят здесь. Брось костыли и иди. Здесь мустан. Это стенд какой-то общаги. На вскидку торгового университета. Я там много раз. Общага торгового университета? Да. Ну, поняшки жгут в этот раз. Они в прошлый раз жгли, но они были слишком рядом и слишком громко. А сейчас они издалека, они очень даже милые. Ну что, давай. Сможешь их всех назвать? Я не смотрел. Я знаю, что Флоттершай одного зовут. Одну, не знаю. Rainbow Dash. Rainbow Dash вот это сумеречная искорка. Не знаю. Applejack. Я не понимаю прикола, ты думаешь, реально для детей или... Реально для детей. Типа Happy Tree Friends. Не, у меня дочка его смотрит. Ты чё? Ты
реально хороший такой, добрый, забавный мультик. Ай, блин, а теперь... Теперь мы переходим к самому главному. Звезда. К звезде всей этой экспозиции. Восходящая звездочка Старкона. Итак, дробь барабанная сюда. Я думаю, представление не нуждается, то есть как-то люди сходу угадают. Можно напеть там. Ну, в общем, вот, ребята. Большой там из-за смерти летит, да? Да. Вот, ребята. Нет, вот так надо. Надо вот так вот. Ребята, угадайте, что это? Вот это вот. Что это? Смотрим. Что это? Опа! Кусок бетона. Что просто по полу камеру. Опа! Короче, да, ребят, это тот самый X-Wing. Господи, как он? Это половина X-Wing. Его ребята поднять не смогли. У него один двигатель, который обсунулся. Знаешь, про что мне это напомнило? Если вы помните, раньше в 90-х собирали роботов из пачек Marlboro. Ты помнишь? Да, я 90 не очень застал, но не суть. А вот такое ощущение, что этот X-Wing собран из каких-то пачек. Из каких-то пачек что-то здесь налеплено. Нет, ну ребят, конечно, наверное, старались. Принты вообще, полиграфия. Ну если взлететь на небо, договорить. Нет, что смерти. Ну да, вторая ассоциация с японскими камикадзе. Вот здесь вот место для RPG-2, вы видите, вот специально для этого места. Чтоб не продуло. Вообще не сдуло. Кстати, R2D2 там есть, нормально стоит. А? R2D2 можно сказать. R2D2, да, мы сейчас дойдем до него. Это вот трап. Трап, чтобы залезть. Извините, те, кто был в нашем музее, знают. Слушай, у нас такие же есть, как я. Да. It's a trap. Вот немножко... А, нет, вот трап, это стремянка. Черт. Тут есть стремянка, ребят. Какая грация, какая... Экспрессия. Точность форм. Вот, трап, огнетушитель, мало ли, эта штука загорится. Она может загореться, потому что это все дерево. Все реально дерево. А вот R2D2, в принципе, да, хотя бы лампочку, если бы мы вставили здесь, именно чтобы светилось. Да, R2D2 прикольный. Вообще что-то не сделал. Пошли. Ну, собственно, он вытягивает весь этот стенд. Спас. Здесь топливо. Игрушечное топливо. Соляра повстанческая. Здесь вот немножко крыло у него отошло, но он уже потрепанный в бою. У меня друзья в таких же канистрах водку покупают. Водку? Для протирки контактов. Конечно. И кокпитов. Да. Белка шоп. Пойдем еще это посмотрим. С нашей стороны там лабиринт Мёнина. Хоббиты прикольные станции там. Да-да-да. Троном. Торнадо Энерджи. Тут неплохо они сделали. Я думал, фильм особо не будет. Пиарится? Да. Это по лабиринту. Нет. В общем, Макс Фрай. Это что? Наши друзья. В темных рубашках. Forgotten Realms. Это же это игрушка. По крайней мере, шрифт этот, там, по-моему, написано было с той стороны. А хочешь сесть? Да. Сейчас Пашу захаваю. Не, ну тут садились люди, фоткались. Сарь вот там, сюда ходи, здесь сиди. Ну скажи что-нибудь, скажи что-нибудь нашим. Я бы так посидел целый день. Гитару не подать? Я уже видел. Слушай, здесь надо, мы надо больше забрали. Не, прикольно. Сцена посидеть. Neverwinter. Не Neverwinter Night. Я, Dungeon Dragons. Ну, в общем, я играл эту штуку. Это онлайн версия. Разыскивается. Две причины, по которым в общем Дроу Матриархат. Где причина первая, где вторая? Я уже пошел. Мне кажется, это суть именно в этом кадре. Это вот так. Единственная причина, да? Две причины, вот уже указано. Глубоко. Сложный прикол. Глубоко. Так, вот эти же причины. О!
вот мы и встретились. Не бойся. Встретились. Ты кто такой? Я. Мы тебя знаем? Да-да-да. Я известный во всем мире любитель детей. Видеоблогер, летсплеер. Да-да-да. Видеоблогер, любитель детей. Любитель детей? Да-да-да. Поесть? Мы лучшие. Прямо прям в летсплеер любитель детей. Так, мы еще не дошли до трона. На нем тоже надо. Слушали, как рыжий поет? Мне понравилось. Мы с ним посидели. Я минут 10 назад, я все вас разыскивал. Король под горой? Король под спайсом. Под король закладок под горой. Хорошо, если все... Че, мы все сняли, нет? Макс, педоблогер. Че, дети? Ну что еще рассказать, не знаю. А мы все посмотрели, как ни странно. И всего второй, 16 минут вместе с углублением над X-Wing'ом. А вы посидели в X-Wing'е? Да. И что там? Там? Один сказал да, другой нет. Я не посидел. Ну мы по очереди сидели. И этот все равно не посидел. По очереди с R2-D2. Блин, а? Ну ты хочешь там посидеть? Там опасно. Не, я это не хочу. Я не знаю, я бы посидел за штурвалом. МЛП. Есть такое НЛП, нейролингвистическое программирование, а есть МЛП. Это что такое? My Little Pony. Суть та же. МЛП, да? В принципе, да, работает. О, смотри, они острые, не унылые. В смысле, чего? Ну, они вчера типа свисали так. Кто? Ну, вот эти вот херни. Да, они только что свисали, они их подняли. Прям только что. Они только что снимали, они еще свисали. А вот этот пилот. Пилот в манишке. Пойду реально пару ласково скажу. Хотя не было. Нет, скажи, мы это снимем. Да. Мы соберем много просмотров, давай. Сейчас Макс скажет пару ласковых ударников. Шок, драка на Экспо. Да. Ножовщина. Только на канале Game Break. Точно. Вовремя он подошел, в самый разгар веселья. Все. Можно играть. Это что он показал тем жестом? Типа сейчас дают тебе по щам. Страны музыкантов надавания по щам. Процесс надавания по щам. Он шел в доверие, втирается. Сначала типа, дай поиграть. Есть что-то? Есть палочки? А если найду? Ну, его сложно просто из себя вывести, наверное. А? Его просто сложно из себя вывести. Сейчас он подольше поиграет, и может. И палочку в ухо воткнет. И прокрутит. Сейчас если ледник начнет. Тот мальчик, по-моему, успешно игнорирует, глядя в другую сторону. Причем очень успешно. Слушай, ну это было круто. Это пол... Треки не получилось. Это было круто, ты их сделал. Ты их вообще сделал. Так, а где ты отжал? Ну, все понятно. Как? Вот туда встань, будешь генералом Акбар. Там-там-там-та-дам. Истинное лицо Кайло Рена. Его показывали, кстати, в роликах уже, нет? Нет. Ну вот, вот этот актер, он играл Кайло Рена. Да. И Капитана Фазму одновременно. Они просто братья-близнецы. Причем одна из них сестра. Амон Гёта в списке Шиндлера. А тем временем Макс продолжает давать по щам. В боевой стойке. Раунд 2. Ну что, можно... Кого косплеем? Себя. Этих, чудеса на виражах. Косплеите, воздушные пираты, помнишь такие? А, где Анджелина Джоли была одноглазая?
или одна нога? Мультик был. Ну да ладно. А, нет. Небесный капитан. Я перепутал. Как? Отлично. Дичь. Слушай, ну когда народу нет, здесь приятней. Да, хорошо. Потому что у нас его и так нет, а так понимаешь, что его вроде как везде нет, и не так обидно, что его нет у нас. Вот нас уже трое, мы тут ходим сейчас, в итоге соберем тут целую... Как бегающий Форест Гамп с людей, да? Ну да, в итоге. Он остановился, он сейчас скажет. Кто? Форест Гамп. Паша, он бежал, остановился. Все, нет. Все. Да, я устал. Так же видеоблог закончится на завтра. Да, все. Сколько пока? Тебя на все не хватит. Всех нельзя снять. Назовем-то так. Не, ну даже если снять, то все равно нельзя снять. А вот там вот випы сидят наверху, взирая на все это безобразие с высоты. Что? Ладно, можно теперь окинуть взором. Мне хищник напоминает, потому что черепа вытягивал. Ну, наконец мы пришли к Олимпу. Да, центральное место экспозиции АВ-экспо занимает стенд Game Brick. 10 из 10. Подпираемый со всех сторон великими колоннами, столпами мира. Защищенный со всех сторон, оберегаемый. Без нас бы тут все разводилось. Никто бы не пришел. Прямо напротив парадного входа, который, к счастью, закрыт. Я считаю, лучше места не найти. Лучше места не найти. Ладно, ролик отдельно снимем. Нормально. Все. Сердечный человек. А, вот и все, что мы можем сказать о этом замечательном празднике души. Немногословно. Да. Пошли посетить, нам пора зарабатывать денежку. Пора, да. Зарабатывать денежку. Да. Да. Все. Всем пока.